со школы овечка у нее там какие-то смайлики такие, человечки. Пиццу она ела. Вот то, что над диваном висело, снеговики какие-то. И здесь еще рисунки. Причем здесь рюкзак, он настоящий. Здесь вот отсек есть. Так, и сзади даже рамочки. Ну что, все подтаяло, смотрите. И вокруг сплошной лед. Но лед не лед. Я одела такие резиновые сапоги. Анюткины причем одела, пока она в школе. С вами сходим в Киев. Скупимся. Я вам, конечно же, сниму, что купила, почем купила. А то давненько у нас не было таких обзорчиков. Пришла домой. На улице, знаете, такое состояние сыро, ветрено и мокро. И очень неприятно. Ну что делать, сыро не сыро, а идти нужно. Сходила. Всем знакомый рюкзачок. Куда я без него уже? Уже никуда. Сейчас сначала достаем чек. Так, у нас сегодня с вами покупка на... Сейчас посмотрим, на сколько. На 279,20. Видно? 279,20. Так, начинаем доставать. Очень аккуратно, очень бережно, потому что у меня здесь сверху малинка одна. Малинка вторая. Я ж теперь, как все вы знаете, хочу похудеть. Йогурт не взяла. Это же на вечерний дожор у меня йогурт греческий. Придется идти еще раз. Вот такой кусок сыра взяла. И Анютка у меня часто ест. Бывает такое, что макароны добавить надо, сырочка. В картошку. Она сыр любит везде. Бутерброды с сыром. Взяла вот такую потертую просто пачечку. Видите, сыр потертый вот этого сыра, сорта, а себе вот такой. То есть два разных вида сыра взяла. Хлебушек вот такой взяла. Серый. Я, честно говоря, люблю белый. От хлеба надо бы вообще избавляться, в принципе. Если не можешь избавиться от хлеба, то хотя бы его заменить серым. Вот так, по-моему, еще покажу. Так. Дальше, дальше, дальше. Ну, яйца. Яйца, причем, знаете, ну, недорогих яиц сегодня не было. И в субботу тоже их не было. Почему-то с яйцами там проблема сегодня в магазине. Ради яиц куда-то ехать. Взяла те, которые подороже. Молоко, это естественно, это у нас никогда не выбывает в день. То есть на молоко уходит много средств. И так как я сегодня планирую сделать девочки-мальчики пельмешки, решила добрать муки, потому что там у меня муки совсем мало. Все, все мои покупочки. Ой, ведь я уже все, муку достала, уже вся в муке. Теперь же, конечно же, я, потому что многие пишут, вы снимаете общую сумму, а что почем, не называйте. Так. Две упаковочки малинки у меня вот по 34,90. Так, две позиции отодвинули. Следующая позиция — сыр Норвегии у меня. 54,50. Отодвинули сырочек. Дальше у меня идет молоко 20,30. Литр молока. Следующая позиция. Так, 14,90. А что это у меня за 14,90? Мука, что ли? Да. Мука 14,90. Мука. Потом следующий у меня идет. Яйца 29,90. 29,90 яйца. Сейчас скажу вам, сколько тут штук. 12 штук. То есть не как у нас 10. Следующая позиция у меня идет. Сырочек. Так. Слушайте, сыр 54,90 тоже, но это уже натертый сыр. Так, знаете, я сейчас сверю. Вот смотрите, здесь какой у меня вес получается. 400 грамм, 54,90. Здесь у нас, а здесь у нас, сколько же здесь грамм? Так, перевернем, посмотрим, сколько здесь грамм. А здесь 500 грамм. То есть, я, честно говоря, не понимаю, что происходит. 58,400. То есть вес не только не уменьшился, еще у меня 400 грамм добавилось даже. Девочки, вчера утром купила малину. Я не знаю, как такое могло случиться. Одну пачку ребенок вчера съел, вторую пачку я сегодня вот еще, видите, она полностью, я ее не открывала, не доставала. Как глянула на нее, мне прям не по себе стало. Сейчас открою. Я не пойму, то ли сырость в холодильнике, то ли почему. Но, честно говоря, жалко просто денежек, что вот такое случилось.